1937 году в течение короткого периода времени на Бутовском полигоне были расстреляны десятки тысяч жертв политических репрессий 20 века. Священнослужители, политические деятели, простые крестьяне и верующие. В праздник собора новомучеников в Бутове пострадавших на месте этих страшных событий на божественную литургию собрались служители разных церквей, представители администрации Ленинского района вместе с главой муниципалитета Валерием Венцелем, а также православные. Это становится для нас таким днем и памяти, и печальным днем, и радости. И вы знаете, здесь очень много людей, которые сюда приезжают, они это понимают и помнят своих родных. Здесь очень благодатно и хорошо. Мы стараемся по возможности каждый год здесь пойти, по возможности. Раз в год такая служба, она особая. В этот день на Бутовском полигоне было много людей не только из России. Игорь Гаврилюк приехал из украинского города Днепропетровска. Совесть ведет человека к тому, чтобы помнить, знать и никогда не забывать самое главное в нашей жизни – Бога и те, которые ради Бога ушли из этой жизни в вечность. Аминь. Святейшему патриарху Кириллу, который возглавил божественную литургию под открытым небом, сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Каширский Феогност, епископ Видновский Тихон, протоиерей Михаил Егоров, также много других священнослужителей. А богослужебные песнопения исполнил хор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На литургии были вознесены молитвы о мире на Украине, о упокоении душ усопших рабов Божьих, а также прозвучало прошение о единстве православной церкви и сохранении ее от разделений и расколов. Да возродит в земле нашей дух братолюбия и мира! Благодарность за труды на благо Святой Церкви святейший патриарх вручил настоятелю храма новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне образ Тихвинской иконы Божьей Матери и юбилейный крест, изготовленный в память столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. А после патриарх Кирилл обратился к верующим с речью. Да хранит Господь землю русскую, да укрепляет Господь веру православную, а всем нам да дарует способность сознавать свою прямую связь и свою прямую зависимость от тех великих подвигов и мученических страданий, что принесли наши отцы и деды, защищая веру православную. Аминь. Христос воскресе! Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Видное ТВ.